Да, море спокойное. Да вот тут у меня есть мотки и ежи. Да. И крабы. Лучше туда не ходить. Ты как-то танцуешь интересно, бабушка. Бабушка, ты где будешь плавать? Я пойду туда. На наш взрослый пляж? На взрослый пляж, конечно. А мы будем здесь. Это дело заплыть. Там очень хороший вход, тут буквально пройти 15 шагов, вон там люди плавают. А там уже пляж для взрослых, а здесь детки купаются. И взрослым здесь по пояс. Ну, я здесь тоже могу купаться. Но я люблю вон туда ходить, вот туда ходить. Это тоже пляж нашего отеля, но уже для взрослых. А здесь такой искусственный лягушатник сделали. Здесь всегда очень удобно с детками плавать, с малышами. Безопасно здесь, не утонут вообще. Всем привет! У нас уже вечер, 19 часов. Мы идем навстречу. Мы идем встречаться с моей подписчицей. Да, представляете? Светлана ее зовут, она живет на Крите. После выхода моего видео первого аэропорт, вот, она мне написала, что вот очень хочет встретиться, она живет на Крите, я с удовольствием согласилась. Вот сейчас будем ее ждать, через 15 минут она должна подъехать будет к отелю, к нашему главному входу. Мы поужинали, надеюсь, хорошо проведем время. Сказать, что мы вчера с мамой купили на прогулке два сарафанчика и в одном колоре в разных магазинах, но так получилось, что мы с ней в одном колоре. В общем, у нас немножко не удался шопинг, что-то нам тут ничего не хочется покупать, и тут наконец-то вчера мы что-то купили, да, мам? И нам очень нравится, очень симпатичные такие сарафанчики, такие летние, легкие. Вот, так что пока ждем, пофоткайся вот такими красивыми цветочками. Мне две подписчицы написали, как они называются, но я сразу забыла. Очень красивое какое-то название у них, но я уже забыла. Одна написала мне в Инстаграме, а вторая под видео. Спасибо, девочки. Все знают, только я не знаю. О, красота. Полиночка позирует. Да. Здесь мы будем расти цветок. Класс. Красота. Смотрите, мы уже в машине у Светы, ее мужа. Вот она, моя подписчица. Это первая подписчица, с которой я встретилась. И надо же, встретилась и на Крите, за границей. Кто бы мог подумать. Представляете, ребят, как тесен мир. Вот, видите, они нас похитили и увозят куда-то на машине. Так что, если что... Вот, так что... Ой, как приятно, ветерочек дует. Вот, разбавили наши, как это, выходные будни. Вот, нам теперь, нам даже будет тут сегодня интересный вечер, не такой скучный, да? Mm-hmm. Что-то новенькое, новые впечатления. Да. Супер. Им все нравится, они домой не собираются. Ну, здесь, конечно, хорошо, очень хорошо и жить, как бы, ну, просто жарко, жарко. Очень. Мне кажется, в августе еще, да, хуже будет? Да. Да. А в сентябре уже полегче, да? Или все равно? В октябре-ноябре полегче. Ага. А да, море, наверное, теплое после лета, теплое, да? Да? Вот, мам, видишь, когда надо приезжать? Я до сентября буду работать. Поплавать? А? Вам удается плавать? Нет, я сейчас работаю, как бы нет времени. Вот, два раза купалась вот в этом году. Еще была вода холодная, да. Мы в апреле купались, еще холодная была вода. Вот Света нас привезла в кафе своего дяди. И здесь виден, очень близко от нашего отеля оказалось, вон наша церквушечка, которая мы вот я вам показывала, где я все время фотографируемся, наш балкон выходит прямо на нее. Вот так мы близко от этого местечка. Очень интересно, здесь камень лежит, большие камни, и бьется здесь все время волны об него. Здорово будет. Вот такую, конечно, красоту мы заказали, вкусняшку. Если мы с вами были везде, то мы... Так здесь красиво и вкусно. А мне еще не принесли. Еще принесут и будем, да, делать. Пусть тарелочки принесли. Ням-няшечку. А, о, это мне. Это где?
Я буду толстеть, продолжать. Я в кадр не попадаю, потому что я все время их снимаю. Но я здесь тоже есть. Смотрите, как красиво. Все вкусненько. Да, ну как вот мне, конечно, я на солнце. Надо было взять купальники, мы бы тут искупались бы. Да, я на плохо, да. Ты любишь, да? Да. Полечка. Потому что она сладкая. Да, и сиропчиком полили тебе. Видишь? Очень вкусно, молодец. Должна все скушать. Подарки. Она решила, чтобы мы везли с собой 10 килограмм подарков. Детям воды купили. Опа. Ой, какая классная. Смотри, какая красивая. Возьми. Ну, не знаю, насколько. Ой, как много подарков. Это она сама? Да, класс. Она сама их плела, вот это, да? Да, это готово. Она на нем выживает, и потом придет крючочком. Класс. И вот это тоже готово. Но мы получаем подарки. Девчонкам вкусно за колочек. Смотрите, какие у нас веер красивые. Очень красивые. Катя. Здесь сладости, гостиницы уже там. А у нас и так сейчас увидят, как хотят. Хорошо. А, ладно. Посмотрите, мне даже тени подарили. На Света балуют. Вот тут девочка. На, держи, смотри. Разные такие. Посмотрите, народ. Кошмар. Разные эти. Смотри. А у меня тоже еще несколько, я не знаю, я не знала, сколько лет. О, отлично, не, нормально. Я взяла, я не знала, на сколько лет. Ой, так что... Света, зачем так много? Ну, нам неудобно. Да, ну, голубой, он как бы... Вот, и тут раскраски. Покажи ей, покажи раскраску. Смотри, Света, тебе какую раскраску. Оля, смотри. Оля, посмотри. Открыточку на день рождения подпишет мама потом тебе. У нее день рождения или у нее? Вот, смотри. Ой, кстати, мы можем это Алиса в стране чудес. Перевод. Да, да. Держи. Скажи спасибо. Ну, есть еще тут. О, тут еще такое. Ой, смотри, я не знаю, подойдет. Это Яна, это я вот знаю, по годам, но... Ну, носочки. А еще и чизола. Спасибо, Света. Ничего. Вот эти... Обалдеть. Нам в чемодан все влезет, скажи, пожалуйста. Да, ну это мало. Я не успела, к сожалению, не успела подготовиться. Вкусняшка. Ты еще скажи, что еще за кофе, еще масло. Еще в аэропорту, когда подъедем в аэропорт, вас попросить, ну, прощаться, я еще подвезу. Ты что, с ума сошла? Ой, пушистики, Оля, ты да? Что тут нацепилась? Это твое? А, это для сумочек. Для сумочек вообще. У меня уже есть. Да, это для сумочек. Ну, а все, у меня друзья, для... смотрите, как классно. Света нас с мужем привезли на набережную погулять. Тут сегодня играет Бразилия. Мам, с кем Бразилия играет? С Бельгией. Ой, сейчас нас забанят, ногу не снимают. Болельщики сидят. Смотрите, как классно. Катя поставила нам ролик. А завтра играют наши. Будем болеть. О, гол! Гол! Забила гол. Бельгия забила. Я за красный и болею. В общем, бельгийцы рады. Посмотрим, как наши завтра будут играть. У нас там весь отель был в шоке в тот раз, когда выиграли. Все кричали, что там даже вышли руководители отеля, испугались, что наши начнут буянить. У нас есть такие? У нас нет. У нас в России нет, а вообще на курортах Болгарии я вижу. Я их боюсь. Ага. Я боюсь их. Ну, хуже. Такие шарики классные здесь. Да. Такие классные шарики. Да, сейчас. Понимаю, так бы мы взяли детям. Вы нас и так балуете. Пошли. Ну, кто же выиграет, Бразилия или Бельгия? Народ смотрит. А все девочки мои. Я.
Да. Смотрите, какую красоту нас привели ребята. Порт. Очень красиво. Свету бедную оседлали. Да нет, все нормально. Я люблю детей. Я Мы не знаем, но явно забили гол. Мне кажется, бельгийцы, потому что бразильцев здесь явно мало. Значит, это Бельгия, да? Наверное, да. Радуются, мне кажется, бельгийцы, но мы не в курсе, какой счет там. Но гол кто-то забил гол. Сейчас пойдем обратно. Сейчас увидим. Но мне кажется, бельгийцы. 0, Бельгия ведет. Как мы и думали. Болельщики. Болельщики счастливы. 2-0. Вот и море. Манящие. Волн вообще нет. Такая гладь, мам, смотри. Тебе хочется в море, да, Зая? Плавать хочешь, да? Я сейчас хочу... Не надо, зайчик, не надо. Манящая водичка, прям хочется поплавать. Да, Никуш, прям манит поплавать. Смотрите, это все кафешки. Все футбол смотрят. Приехать. Ну все, Света уехала, довезли нас в отель. Посмотрите, сколько у нас подарков. Тяжеленный мешок. Да. Все, мы хорошо погуляли, пообщались. Пойдем уставшие и довольные спать. Да, Полис? Да, я совсем устала. Тебе понравилось гулять? Да. Такую красивую набережную съездили. Мы бы туда пешком в жизни не дошли. Но ребята нас отвезли на машине. Там очень красиво, классные кафешки. Столько народу, такие магазинчики красивые, виды красивые, да? Да, Полиш? Да! Так что все, мы пошли отдыхать. А я всем пока! Свою...